Посмотрите, какое у нас море чистое. Вчера это смотрела брата у Самвела. Они там в Азовском море спали. Там такое море грязное, вообще даже не ожидала. Ну, оно такое прям какое-то коричневое. Ну, я, конечно, не в обиду это кому-то говорю, а просто говорю, что вот так, такое море в Испании чистое. Вот они, эти птицы. Сидят там. Главное, кругом люди купаются, им ходят ехать. Ничего не боятся. Боже, я же знала, как их называют. Нет, не сейчас. Приятно так море шумит, да? А так йодом пахнет. Так. Такой запах, даже не йода, знаете, запах арбуза. Вот такой. Вот если вот так, такой свежий-свежий запах, запах арбуза. Какая красота. Thank you.